Мамина принцессочка сидит. Ты хочешь в телефон залезть, да? Нет. Пупсик мамень. А здесь рядом второй пупсик. Как всегда, бежал за мамой и споткнулся опять на том же самом месте, себе синяк сделал. У него вот эти вот две точки, постоянно он стукается ими. Аслан, солнышко. Он сейчас в расстроенных чувствах, его лучше не трогать. А, хорошо, тебя сниму. Ты что-нибудь расскажи тогда, молча не бывает перед камерой сидеть? Нужно что-нибудь рассказывать. Как дела рассказывать, как погода, что ты делала сегодня. Нужно все рассказывать людям. Они просто так на тебя смотреть не будут. Нужно общаться. А ты пока пока же ничего не говоришь ты. Только мама, она кричит, когда ей что-то надо, и все. Мама. Сегодня ходили на базар. Она уснула сразу. Да, мамина? Скажи, базар это не для принцесс. Мама. Кис-кис-кис-кис-кис, мяу. Да, мамина пупсик, ты моя красавица. Аслан, тебя снимать? Вот, видите? Вот с этой стороны опять стукнулся. Ну, хорошо, не убираю камеру от тебя. Требует. Вот. Пупсик. Он порядок там наводит в вещах. Я его сейчас не трогаю. Пусть что хочешь делает, лишь бы успокоился. А. Хорошо. Вот так буду. Тебя буду все время снимать. Хорошо? Звездочка ты мамина. Звездочка мамина, солнышко. Тепленок мамин. Да. Скажи, вот так я упал, вот шишку набил. Что-то хочешь сказать? Говори давай. Скажи, привет! Мяу. Кав-кав. Мяу. Солнышко. Как она любит смотреть телефон. Это что-то камеру себя там видит, когда особенно. Если себя или Асланчика она видит в телефоне, она очень внимательно смотрит. А, хорошо. Маме теперь только тебя снимать, да? Выросла, да? Да? Привет, мои хорошие. Сегодня готовлю супчик для своих лопатусечек. Отварила фарш. Буквально 5 минут прокипела, слила воду. Сейчас этот фарш, картошку, морковку, зеленый лук. Это у меня именно зеленый лук. Ну, разницы нет, репчатый, зеленый. Вот это все закину в одну кастрюльку и буду варить. И чуть-чуть чечевицы добавлю, немножечко совсем. Вот так. Вот такой супчик будет сегодня у моих деток. И в конце масло тоже. Все. Варим. Мои хорошие, супчик съели за милую душеньку. А где мамина девочка капризничает? Я его немножко блендером тоже измельчила. Это зехрашка. Любит все мелкое-мелкое. Купила сегодня тутовник, хотела деткам дать. Потом все-таки почитала, что вот эти мелкие вот зернышки, косточки могут раздражать желудок. Не стала давать. Сварила компотик. Очень вкусно получилось. Без сахара, без ничего, просто ягоды. Ставлю чуть-чуть настояться и дам по чайной ложечке попробовать. Думаю, им понравится. Так как там много витаминчиков. Кого там показывают? Маму? Маму включила им. Ты выспалась? Поспала она полчасика у меня. Подожди, волосики. Девочка должна быть всегда с причесанными волосиками. Маленькая, ты большая, неважно. Да. Да. Ну, ножки пока тебе можно задирать и язык показывать. Попозже это тоже, мама, не разрешу. Вот так сиди. Асланчик смесь сосет. Вот он. Мужчина мамин.
Разбила одну бутылочку стеклянную. Надо будет найти, купить такую же. Я уже привыкла к ним, к этим бутылочкам доктор Браун. Да, мамина? Да, солнышко? Да, пупсик? Да, мамина любимая, любимая девочка? Любовь мамина? Пупсёныш, ты не голодная? Да нет, полчаса назад мама ее кормила и уложила спать. Да. Что-то ты вообще не разговорчивая, с тобой что-то неинтересно даже. Совсем неинтересно. Пойдем, 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 Бося, Бося, мамина, Бося. Ой, еще моя красивая девочка. Вся моя красивая. Да. Да, мамина? Пупсик мамин. Да, это мамин пупсик. А вот мамин король. Король мой, король лежит. Да, мамина, после супчика обязательно должна быть смесь. Вместо чая у нас смесь. Люди после еды чай пьют, мои дети смесью запивают. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас 22 число, 22 мая, где-то часов 11, проснулась недавно, ну как недавно, я просыпаюсь всегда утром, кормлю деток и обратно мы ложимся, работает стиральная машина, как обычно. Умылась своим скрабиком вот этим вот от чистой линии, сок малины, косточки клюквы, я люблю чистую линию, кто меня смотрит давно, знает это прекрасно. А, кстати, ссылочку на вот это платье пляжное оставлю под этим видео. Не забуду, я постараюсь. Сейчас будет у меня уход утренний. Сегодня нанесу на глаза вот этот вот крем корейский. Брала с AliExpress. Ссылочки все есть под видео, где я показывала эти кремы. Посмотрите на канале. Есть отдельное видео с уходовыми средствами с AliExpress. С корейскими, с уходовыми средствами с AliExpress. И вот это вот средство от L'Oreal. Это у меня второй бутылек. В прошлом году я покупала один. И он мне понравился, я купила сразу второй. Вот так вот. Вот это будет у меня уход. Детки в бассейне. Сейчас я их накормлю кашей какой-нибудь. Готовые каши. Готовые каши с пакета тоже я даю детям. Потому что невозможно на одних супчиках и на своих кашках, простите. Все-таки ребенку хочется разнообразия. Сейчас дам какую-нибудь кашку. Потом я хочу выйти в город вместе с детками. Ну, не так далеко, наверное. Нужно купить бутылочку, так как сынуля вчера разбил одну. Бутылочку купить, да, и пусть подышит. Посмотрит, что там на улице происходит. Ну, все, мои хорошие, быстренько уход и быстренько кормить детей. Бесстрашная турецкая молодежь. Привет, привет, забыла поздороваться. Мы сегодня гуляли, ничего не снимала, детки снимать ничего не дают. Вот сынуля наконец-то уснул. Доча у меня на руках. Светик, подержи, пожалуйста, дочь мою сними, если не сложно. Вот она. Вот мы. Мы вот такие сегодня. Да, мама? Гуляли-гуляли, устала, честно сказать, присели, отдохнули. Сейчас пойдем перекусим где-нибудь, уже вечер, можно покусать. Да, мамина? Да, давай, позируй. Ну, хоть улыбнись, что ли? Хоть улыбнись, мамина? Нет, мы не улыбаемся сегодня. Мы сегодня не улыбаемся. Итак, пришли мы в Конья-Лы, это 24 часа, которые работает кафе возле дома. Полупустой, но народ все равно есть. Вот. Зихрашка не спит, конечно же, не знаю, даст она нам поесть или нет. Главное, чтобы еще Аслан следом не проснулся. Потому что если он проснется, точно никто кушать не будет. Нам уже потихонечку приносят закуски. Заказали пиде.
все, не стали много умничать, думать. Пиде заказали, которую, как всегда, едим. Эль для чиня. Эрикси? Йог, лимон лак. Вот так вот. Погода у нас сегодня хорошая, кстати, солнца такового не было. Жары тоже такой прям нет. Такое ощущение, как будто будет вот пойдет дождь, но дождь так и не пошел. Не пошел дождик, обиделся на нас дождик. Мама ест, и принцесса тоже вместе с мамой кушает. Да, мамина? Ты тоже любишь хлебушек, вот так мама. Вот так выглядит наше пиде. В принципе, показывала 150 раз. Сейчас цена одного пиде 25 лир. Сегодня посмотрела наконец-то. Раньше где-то 17-16 лир стоило, помню.